Думаю, не ошибусь, если предположу, что большинство мужчин, которые прожили с женщиной достаточно долго, про свою любимую жену, вторую половинку, спутницу жизни и боевую подругу, могут сказать только одно. Эта тупая, лживая, самовлюбленная и криворукая пизда меня уже заебала. Но я с ней живу только потому, что не хочу делить имущество или потому, что мне жалко детей. И поверьте мне, все это неизбежно, рано или поздно ждет любого мужчину, даже если он сам себе в этом не признается. Выражаясь медицинским языком, женщина для мужчины – это инородное тело, постоянный источник хронической инфекции. И если ее вовремя не остановить, то рано или поздно эта гангрена неизбежно вас сожрет.